Приветствую вас. Я выделил бы такую глобальную проблему вашу, как страх близких отношений, потому как мне думается, что вы боитесь близких отношений, а вы боитесь сближаться с людьми, потому что у вас отношения с мужчинами распадаются, то есть приводят к расставанию. Вот. А с девушками не складывается. Вот. Из-за вашего поведения. И в итоге вы одна. То есть, по сути, вот, значит, здесь ситуация именно в том, что вы боитесь серьезных отношений. Мне так видится, по крайней мере. Понятно, что утверждать наверняка я не могу. А мне думается, что многое кроется в вашем восприятии мужчин глобально. Потому что как-то мне не кажется, что ваша ориентация здесь является именно би. Мне кажется, что взаимодействие с девушками носит здесь характер компенсации, потому как есть ощущение, что к мужчинам вы относитесь предвзято. Есть ощущение, что вот с мужчинами вы ведете себя так, что они вам предлагают сразу интимную связь, а на это их, собственно говоря, провоцирует именно ваше поведение, ну и то, как мужчин вы выбираете. Есть ощущение, что вы ведете себя так, чтобы доказать, что все мужчины хотят только, например, секса и все. То есть, как бы, таким образом вы разрешаете себе не строить с ними отношения. Вот. Ну, а с девушками все складывается так, что вы компенсируете, то есть, как бы, наказываете, мстите себе в отношениях с ними. То есть, это вот ваши отношения с девушками, это то, как вы относитесь к самой себе. Как мне так кажется. Вот. И, соответственно, если вы склонны недооценивать себя, если вы склонны обесценивать себя, то, скорее всего, и девушку тоже будет обесценивать, собственно говоря, предлагаю сразу вступить в интимную связь, потому что даже если вам кто-то понравился, то все равно, наверное, предлагать связь сразу, ну, типа, это не лучший вариант, и вы вряд ли этого не знаете. Значит, это делается целенаправленно, вот, и для того, чтобы показать, что, ну, чтобы вам отказали. Поэтому, я думаю, здесь такая история. Достаточно непросто. На мой взгляд, не столь важно, почему это происходит. На мой взгляд, важнее, что именно вы хотите с этим делать.
Если вы хотите это изменить, то что именно вы хотите изменить? Ну, конкретно. Вот что конкретно вы хотите изменить, да? То есть вы хотите с мужчинами отношения наладить, вы хотите с женщинами отношения наладить, чтобы они вам не отказывали, вы хотите то и другое, вы хотите в себе разобраться, вот. Ну, как бы, определитесь, пожалуйста. Дальше, значит, так, я не испытываю никаких сильных чувств. Ну, смотрите, опять же, специфическое отношение к сексу, если у вас наличествует. То есть себя вы воспринимаете как исключительно интимный объект. Исключительно как партнера для интимных отношений. Когда вам насчет докажут, что ну, что вы любимы, ну, вот, то у вас появляется сексуальное желание к этому мужчине. Но, на мой взгляд, является, конечно, такой вот деструктивной историей. Вот. Так, вот такой вот здесь момент. То есть у вас высокие чувства, да, возможно, связанные с идеализацией. Мужчин вы идеализируете. Вот, идеализируете чувства к нему. Здесь нужно посмотреть, как из чего складывается ваш образ мужчины. Вот. А женщина обесценивается. Это то, что вот происходит внутри вас. Вот. Значит. Ну, соответственно, запутались в чем и чего хотите. Непосредственно от психолога, чего хотите, аноним. Вот. Как вам помочь себе? Психотерапия, психолог поможет вам разобраться в себе, как бы, здесь. Вот. Такой вот момент, это то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи!